Покинуть дом – это не выбор, но и беженцы могут достичь чего угодно. С таким заявлением на Генассамблее ООН выступила Юсра Мардини. Это сирийская пловчиха, которая участвовала в играх в Рио в составе первой в истории олимпийского движения сборной беженцев. Сейчас спортсменка живет в Германии, а мировым лидером в ООН она рассказала, через что ей пришлось пройти ради воссоединения с семьей. Во время путешествия из Турции в Грецию у нашей лодки сломался двигатель. Нам с сестрой и еще двумя парнями пришлось выпрыгнуть за борт и несколько часов толкать ее, чтобы добраться до берега. Тогда я даже подумать не могла, что буду выступать на Олимпиаде. Спорт – это мое спасение. Он помогает мне построить практически с нуля новую жизнь для меня и моей семьи. За выступлением Мардини следил президент Соединенных Штатов. Он заявил, что гордится ею. Барак Обама назвал девушку примером для подражания для молодежи.